Всем привет, с вами Аня, вы на канале Аня С. Итак, мы сегодня посмотрим на вот такую вот массу пластилин с запахами. Мы взяли чернику и клубнику. Вот такая вот она красивая. И через коробку даже слышен аромат. Так классно. Давайте. Открываем. Клубничная у нас красного цвета. Очень божественно пахнет. И черничная — это синенькая. Тоже пахнет черникой, да? Да. И на крышечках нарисованы человечки, ягодки. Тебе нравится, да, этот пластилинчик? Да. Кто у тебя помощница? Ну, как тебе нравится пластилин? У нее тоже есть такая баночка, только с клубничным вкусом. У меня с черничным. С черничным вкусом какого цвета? Синенького, у нее красненького. Вернее, не со вкусом, а с запахом, да? Да, реально. Но он так классно. Давай, Милаша. Милаша, пахнет, да? Дай я понюхать. Дай Анечке понюхать. Да, вкус. Понюхай, Анин. Пахнет. Анечка, что ты будешь лепить? Я слеплю, наверное, собачку. А ты, Милана, кого будешь лепить? А Милана просто где-то. Либо кошечку я слеплю. Можно лошадку даже слеплю. Милана, а ты что делаешь? Я лошадку люблю точно. У меня уже есть ее нога. Ого, Анечка, у тебя не получится. Этого пластилина хватит на одну небольшую игрушку. Можно мышку. Он засыхает, да, этот пластилин? Засохнет. Нет. Его утром... Нужно положить в эту баночку, да? От своего цвета это Милана, а это моя. Ее покласть, налить туда капельку воды и потом идти лечь спать. На утро вы обнаружите, что он снова стал таким же эластичным и с запахом. Ох, пахнет как хорошо. Милаша, давай, лепи. Милане больше нюхать его нравится. Лепить она еще не умеет, да? От него очень красятся пальцы. Пальцы красят. У меня синенький вот, а вот красный... Может, я не потрогаю? Нет, не красится. Да, от синего. Представьте, если играть целый день с этим, с этой массой. Закиньте, какие синие руки будут, какой я напомню. Лашенька, давай, слепи нам что-нибудь. Я сердечко слеплю. Ах, пахнет. Ну, ты будешь... Ты, наверное, целый день будешь его нюхать. Да, мам? Лепим гиганта мышь. Хватит его. Делаем заокруглыми. Можно сыр съесть. Ну, давай мышку лепи. Не трогай мой хвост, а то мышка будет без хвоста. А это ненормально. Красивую мышку. Да, и носик я обязательно сделаю. А ты все нюхаешь. Молодец. Побольше носихи, побольше. Это гигантское. Ты голову делаешь? Нет, я нос делаю. Ох, пахнет. Лепи, Миланка, лепи. Так, прилепляем. Все, готово. Ого, это нос такой у нее? Да. Ничего можно себе. Можно даже мороженое, если это добавить, то. Шарики, да, у тебя такие, Милаша? Шарики. 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 Шарики, да. Молодец, Милана. Хотя это мои шарики. Скажи, Милана, шарики. Я уже сделала небольшую гусеничку. Я хочу из всей массы сделать большую вот такую на всю мою досточку. Вот. У меня вон уже какая красота выходит.
А если много таких цветов накупить, то какая красивая будет и длинная. Можно накупить вообще где-то 500 баночек с цветом. У меня воды. Красивая змейка у меня выходит. Какими фруктами есть? Банан, виноград, апельсин, вишня, лайм, яблоко, клубника. У нас есть клубника тут из этой. Это свои маленькие на клубнику. У меня есть красный и синий. Отдай шарики. Мама переводит то, что Милана говорит. У меня вон уже большая, и все равно, вот смотрите, сколько стоит. Теста достаточно много, да? Да, я могу начать. А можно из шариков слепить снежную бабу? Можно. Можно... из пластилина почти всего мое название канала. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока-пока!